Труппа Курганского драмтеатра уже вышла из отпуска и готовится к предстоящему 76-му сезону, который откроет премьера спектакля режиссера Егора Гришина «Старые песни о главном 2». Репетиции мюзикла в самом разгаре и очень энергозатратны, ведь помимо привычной игры, актерам еще предстоит петь. Несмотря на то, что в труппе нет профессиональных певцов, заведующий музыкальной частью Курганского драмтеатра Геннадий Валентинович Грошков доволен своими подопечными. После успеха первого спектакля хочется показать что-то еще более привлекательное, более смешное, более удачное. Я не знаю, как у нас это получится, но мы стараемся, в общем-то, все стараются изо всех сил. После отпуска работается очень легко, свободно. Здесь хороший коллектив, талантливый, молодой, перспективный. И поэтому с ребятами, с молодыми работать очень легко и приятно. Вторая часть полюбившегося курганским зрителям спектакля будет включать в себя около 30 композиций, написанных советскими авторами и знакомых всем нам с самого детства. Актерам предстоит не только петь, но и танцевать. Руководит процессом хореограф из Омска Ирина Гаре, знакомый курганским театралом по работе над мюзиклом «Джази только девушки». Как сказала актриса Татьяна Ампеловна Гамбоева, репетиции проходят трудно и весело, ведь спектакль имеет свою специфику. Ну, это музыка, это ритм. Это характер танца, это песня, это все очень сложно, это не так просто, как кажется. Это кажется со стороны, чего там, вышли да и сделали. А на самом деле это довольно сложно. Ну, что делать? Такая профессия. Добавим, что увидеть премьеру можно 14, 15 и 16 сентября. Успевайте купить билеты. Дмитрий Долгих, Владислав Базалев, Лидия Кигородцева, информационное агентство «Курган.ру».